Так, сегодня прекрасный день, чтобы сделать эту работу. Сегодня мы будем крыть наш дровничок, будем крыть его железом. Вот, я приготовил все необходимое, шуруповерт, саморезики, вот, пояс, все как положено. Вот, вчера приехали листы железа, мы их пока выгрузили в сад, и будем их затягивать туда по одному и крепить. Самое важное, правильно, ровненько прикрепить первый. Тогда все пойдет как по маслу. Вот. Если ошибиться при первом листе, все пойдет криво. Вот. Я пока отторцевал только одну сторону. Вторая сторона не отторцована полностью. Для чего? Для того, чтобы, если вдруг какая-то будет погрешность, там каких-то, какой-то сантиметр, чтобы кровля не слишком сильно висела, на последний лист, либо же чтобы дерево не выпирало, чтобы не пришлось делать второй раз. В общем, вроде как все четко должно быть, но мы решили не обрезать, а обрезать уже непосредственно перед последним листом. Сделали замер, обрезали, тогда положили. Вот так вот выглядит железо. Здесь у нас 8 листов. Каждый лист длиной метр. То есть, грубо говоря, расчет идет по перекрытию в метр, кратно метру. То есть можно, конечно, сделать и поменьше, но тоже идет кратность определенным, то есть по волне. Нижняя часть волны должна быть.
Итак, кровлю мы всю затянули, прихватили, сейчас докручиваю. Листы ложили один сверху, один снизу. То есть в шахматном порядке для того, чтобы, ну, в общем, линия более-менее ровно шла. Потому что если внахлёст все время, мы будем съезжать с каждым листом на сантиметр, на пол сантиметра, и в результате будет криво. Поэтому в шахматном порядке. Вот так вот. Докручиваем. Итак, я полностью закрепил все листы. Все, наша кровля готова в нашем дровнике. Вот. Осталось дело за малым. Зашить все стены и сделать пол. Вот. Ну, пока материала на это нет. Вот. И концепция полностью еще непонятна, как я буду здесь зашивать, так чтобы это все было симпатично и в одном приблизительно стиле с домом. Вот. Поэтому пока это все постоит так, подождет, пока мы закупим материалы и придумаем, как это все дело красивенько сделать. В общем, вот так вот. Все, на этом пока все. Ждем продолжения видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, советуем друзьям. Пока-пока!